Що, друзі, до нашої студії завітала Тетяна Комарова, тренер з йоги. Доброго ранку, вітаємо Добрий вас день. У нашій студії. Ось в понеділок прийшли до нас показати вправи для обличчя. Наскільки я знаю, минулого разу ми робили такі, от як корекційні, але не надто важкі. Сьогодні вони будуть інтенсивніші. Тож що будемо робити сьогодні? Давайте з чого починаємо. И еще раз здравствуйте, я рада вас видеть, телезрители. Действительно, сегодня будет упражнение несколько сложнее и более глубокими уже как бы для лица. Но я рассчитываю, что вы не делали тех упражнений, которые мы проходили на прошлом телеэфире, да? Ну, вы будете несколько даже и правы, потому что нельзя взять только что-то одно, с этим работать и совершенно не обращать внимания на всю целостную систему. Человек – это и человек, и мужчина, и женщина, да, вот. Это люди, это система, в которой есть симметрия, и если вы будете заниматься только одним лицом и совершенно не смотреть на осанку, результата вы не получите. Более того, вы получите несколько худший результат, чем было бы все сделать правильно. Поэтому в первую очередь я бы советовала обратиться сначала к остеопату, который бы выровнял бы вам, допустим, предложил бы вашей системе скуловым косточкам стать более ровненько, потому что мы иногда гримасничаем и подводим либо лицо, либо привычно как-то зажимаемся, либо наш язык подразумевает очень часто опущенный вниз губ. Губки, такой немножко депрессивный, но это артикуляция. Поэтому есть смысл поработать именно с глубокими, твердыми структурами косточки. Более того, плечи тоже у многих не стоят на месте. Да? То есть с этим тоже может поработать остеопат. Таз, ну и стопы. Когда вы это сделаете, вы смело можете ежедневно применять упражнения, и тогда эффект у вас действительно будет, ну, тобто ми не працюємо тільки над обличчям, це треба дивитися за всім тілом, особливо за кістками, так, і за спиною. Особливо за осанкою. Осанка в першу чергу. Тобто, що б ви не робили, ви обов'язково повинні зробити хоча б два упражнення. Їх я вам покажу. Якщо ви займаєтесь якоюсь системою більш серйозною, скажімо, йогою або любим другим, другою системою оздоровлення, то, будь ласка, тільки після вже гімнастику. Есть два упражнения, которые сразу приведут ваше тело полностью в тонус и будут следить за осанкой. Их можно делать не только утром, но можно как бы делать и в течение дня. Тобто на роботі втомилася, встала, трошки порухалась. Да, именно встала. Первое упражнение должно быть именно встала. Ну, девочкам будет очень понятно. Нам нужно встать на обе стопы и приподнять бедро вверх. Коленки подтянуты, и мы в одну сторону подтягиваем. Вот здесь между тазом и грудной клеткой начинает уменьшаться расстояние. Чтобы усилить это, нам нужно еще приподнять руку. Итак, все наше внимание на то, чтобы уменьшить расстояние между грудной клеткой и тазом. Прямо чувствовать, как это происходит. В течение, скажем, 10-20 секунд это делать. Потом мы отсюда выходим, и с точностью до наоборот нам нужно эту сторону вытянуть, дать ей удлинение. И для этого мы в другую сторону уходим. Бедро подтягиваем. И тогда расстояние максимально увеличивается, но это нужно делать не жестко, 100% максимум, а нужно постепенно. И вы почувствуете, как ткани, как мышцы, они как потекут, как маслица станут. Это достаточно интенсивное упражнение, очень хорошо корректирует позвоночник, нашу осанку. И сделать то же самое на вторую сторону. Але не встали, різко зробили, и все. Це треба плавно, щоб не нашкодити. Да. Самое главное – это дышать, делать плавно, и лучше поставить себе какую-нибудь установку. Я это делаю для себя. Я буду красивая. Тобто на позитиві виконувати. Только так, да? Значит, зачем все это? И второе упражнение, которое… То есть вы заметили, это будет немного времени, совсем немножечко. Второе упражнение очень хорошо, опять-таки, если делать стоя, если делать сидя, тоже можно. Нужно сесть на таз, упереться хорошенечко, плечи. И вот тут мы с вами можем это делать так, вместе. Да. Да. Мы с вами вспомним, как это было играть в паровозик, если вы играли в паровозик. Плечи будут подниматься вверх к ушам, и мы будем их опускать. Причем мы это делать будем с нарастанием.
Интенсивнее, да. Причем настолько сильно, что вы услышите, как движутся грудная клетка, лопатки, мышцы окружающие их, более того, шея. И при этом вы продолжаете. Я продолжу. Дымовалась. И при этом вы должны настолько забыть о том, что вы это делаете на камеру, как сейчас, а именно дома, настолько сильно, чтобы у вас ноздри раздулись, и лицо все стало вот такое вот подвижное. Вот я покажу. Надеюсь, я буду дома повторять. Не испугаю зрителей. Итак, мы начинаем. Нічого собі. Скільки раз це повторювати треба? Вам підкаже організм. Я можу це робити довго. Наверное, спочатку це буде кілька секунд, скажімо, 10, опять те же 20 секунд, якщо вдається максимально довго. Якщо б ви робили саме... До речі, одне питання виникає. Наскільки я знаю, то такі дихальні вправи не можна робити на голодний шлунок, чи, можливо, перед цим щось не вживати, чи є якісь протипоказання, комусь, можливо, можна чи не можна таке робити? Танечка, я думаю, всі знають. Утром встали, стаканчик води прохладної выпили, и все, вы поели, вы готовы, вам уже все можно. И выстачено. Достаточно. И отправляйтесь в ванну. Непосредственно можно теперь взять лицо в свои руки. Так. Согласны? Берем. Хорошо. Значит, что у нас сегодня? Сегодня у нас жевательные мышцы. Они поддерживают нижнюю челюсть. Нижняя челюсть – это хороший овал лица. Вот, и на эту зону мы сегодня уделим некоторое время. Значит, вот есть скуловая косточка, ее нужно пощупать. Крючочком ставим под нее, прощупайте эту косточку. И вот здесь положение мышц выглядит так. Строго вертикально к вот этому углу челюсти, вот прям вертикально. И вторая под углом. Вот такая буковка В получается. Нам нужно сделать буковку О, опустить нижнюю. Нет, опустить хорошо нижнюю челюсть. Такая активная. Да, ну понятно. Активная. И вы крючочком, пальчиком ставите под скуловую кость. И ждем. Ждем раз, два. Это не скуловая кость. Нет, выше, это выше. Тут? Выше. Еще выше. Выше. Да, вот, еще вот выше. Тут. Упритесь прямо в ней. И теперь ждем, пока вы почувствуете, как палец прям как в масло зайдет. Ага, почувствовали? Да. Слушайте. Есть. Слушай. Ага. И потом так по темночку. Мы не натягиваем ткани, но мы продавливаем с вытяжением вниз. Несколько раз сверху вниз. И так весь мой макияж. Отлично. Будет чем заниматься после эфира. И вторая буковка В, да? То есть так, це як? Активно нижняя челюсть. О. А теперь закройте глаза и послушайте себя. Что вы слышите? Я чую, що я всі кіски відчуваю тут. У мене ще досі, до речі, відходить шия від оцих от. У мене реально тут таке тепло пішло, що я навіть прокинулась одразу, от якось після таких вправ. Абсолютно точно. Активно шея соединяет голову со всем телом, и можно делать что-либо дальше. Если вы внимательно ощущаете, слушаете себя, именно слушаете, если у вас есть время на это, вы поймете, что затылочек расслабился, виски, ушло напряжение, то есть если какая-то сонливость, или, не дай боги, головная боль, или еще что-то, тяжесть с утра, вот как сегодня на погоду, да, допустим, то вот подобные упражнения позволят сразу снять напряженность из головы в том числе. Вы получите эстетику, и вы получите еще и оздоровление. Значит, это была одна мышца жевательная. И следующий вариант, я бы еще предложила эту же мышцу, мы не растягиваем ткани, мы ни в коем случае не тянем. Мы погружаем пальчики внутрь, именно эта же мышца, и отводим в стороны, мягко перемещая, причем где-то 1 сантиметр в секунду. Мы удлиняем. Мы не растягиваем, просто потрошку. Мы вдавливаем с весом где-то 5 граммов, 10 граммов и растягиваем. Все, вот с этой мышцей мы закончили. Все у нас уже идеально. Да, вторую будем делать или потом? Будем работать, я думаю, треба, чтобы симметрия была. Тогда очень быстро. Буковка О, крючочек под скулу. И вертикально вниз к углу. Вот у нас есть такой вот угол. Ага, поехали.
сантиметр в секунду. Угу. Угу. А теперь от уха, ну, угу. Чуть не от самого уха, Оставь, там, да? Да, косточка. Таня, пальчик выше и не ровненький, а крючочком. 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 Угу. Хорошо. И теперь эти же мышцы, ну, как бы в стороны. Угу. Вы должны продавливать, вы должны слышать и мышцу, и кость под ней. И такое глубокое ощущение. До речі, так. До речі, так. Слухайте, ну все, тепер ідеальні і та щічка, обличчя. Ну, треба робити просто, повторювати кожного дня. І да. По декілька, ну, по 10 хвилин в день, я так розумію, і вистачить. 10 минут одним упражненням – це скучно. Давайте дуже швидко наступне упражнення. Ось це треугольничок, ми укладаємо крючочок сюди, і от у нас косточка. І по ній активно, іменно по косточці, ні вверху, ні внизу, по косточці нагнати кров в косточку. В одну сторону ви не ділите. Я сьогодні подивлюся, так. Да. Буду повторювати вдома. Я думаю, наші глядачі теж, глядачки особливо будуть повторювати, хоча і чоловікам теж можна. Абсолютно точно, тому що мужчина зі вторим підбородком виглядить так же непривлекательно, як і жінка. Все, друзі, ось така у нас сьогодні було тренування, таке позитивне, так веселе, я сказала. До нас сьогодні завітала, нагадую, Тетяна Комарова, тренер з йоги, показала, що робити, які вправи робити зранку, щоб ваше обличчя було ідеальним завжди.